Ребятули, всем приветики, с вами Герман на связи, и мы продолжаем рыбалить в этой рыбалочке на Голубом озере. Водичка красивая, тепленькая, удочка длинная, рыбка тоже классненькая. Ловим берша, так как мы в прошлом видосе взяли с вами квест на него, нам надо 15 штук поймать, давайте все-таки на него забомбим, чтобы наловить золото, естественно, и уже взять себе эхолот, и посмотрим, что мы сможем с ним делать. Я вот думаю все за этот эхолот, но я... Как-то, ну, честно, все равно не очень с этим эхолотом. Оо, вот это был сейчас косяк очень сильный с моей стороны. Это знаете почему? Это потому, что я решил передвинуть счетчик записи. И нечаянно съел, короче, на свои ошибки я попался. 7,7, нет, мы не можем на 2 семерочки по красоте закинуть. Давайте на 7,3. Да, нам даже запрещают 2 семерки кидать. Ладно бы 3 запрещали, даже 2 запрещают. С этой наживкой, походу, она очень легкая. И с ней далеко нельзя закидывать, делать забросы. Как вы помните, в предыдущем видосе неплохо шли берши. 2 берша с вами поймали. Надеюсь, сейчас они будут также идти, и мы будем с вами их ловить. Я уже хочу, конечно, подобрать какую-то другую для себя рыбу, потому что линя ловить уже не хочется. Так, пелять. Нет, пелять это не наш конек. Нам не нужна. Нужны берши. Естественно, сейчас мы будем сливать все в деньги, всю рыбу пойманную, потому что нам надо будет сейчас чинить снасть, нам надо будет купить новый поплавок, новую удочку. Еще докупать надо будет наживку, и поэтому нам вообще нужно... Нужно будет все в бабки сливать, все наши баксы. И потом мы будем за баксы, естественно, покупать снаряжение себе, новую снарягу. Потому что без снаряги, его бершиков поймали, мы не сможем прожить, так сказать. Вот. Поэтому будем сейчас зарабатывать. Зарабатывать нам надо очень хорошо. Без стабильного притока денег мы с вами ничего не сможем сделать. Я хотел докачаться до максимального левела, но я не знаю, сколько это займет у меня времени и сколько будет видосов, потому что я хочу вообще в основном качаться на видосы. Если я буду играть вне видео, много серий не будет выходить. Вот это вот плохо. Ну, там я, конечно, буду стараться там в какие-то перерывы, я не знаю, в обед на работе, там буду там рубить хотя бы там по 15 минут, чтобы немного там побыстрее все это продвигалось дело, и вы видели рост видоса, что он не стоит на месте. Потом, может быть, если прям интересно все зайдет, рыбалка вообще станет популярной, естественно, начнем снимать уже обучающие какие-нибудь видосы по ней. Если вы там что-то посоветуете, я тоже протестю, тоже выпущу видео по именно по этой рыбе. По вашему совету также включу комментарий видео. Ну, то есть все сделаем по красоте, как всегда, то есть все четенько у нас будет. Вот, блин, у меня там разрывается собака за окном, я думаю, вам не слышно. Гоняется походу опять за кошками, скотина такая. Так, деньги, сейчас мы выполним вот этого. А там за него, по-моему, вот сколько монет дают, я не помню. Ну, мы, я думаю, пока мы наловим берша, мы по-любому хотя бы один мешок золотом мы вытащим. Пелять на 500 грамм, офигеть. Это вообще просто ни о чем. Это ни о чем. Мало. Очень мало. Интересно, вы сейчас слышите, как она лает? Она просто разрывается. Я надеюсь, вам не слышно. Так. Айти ее затыкать, гнать, привязывать. Это же видос на паузу поставить нельзя. Это, короче, вы будете все слышать. Ой, нафиг, не хочу идти привязывать. То просирать время и все такое. Что-то у нас не идет берж. Я думал, он как-то будет бодрее идти хотя бы раз через раз, но что-то он вообще слабо стал идти. Я уже на него возложил хорошие надежды на эту рыбу. Потому что тут один хрен выгоднее ловить линя. Тут вот хоть ты убейся головой об стену, но линь это выгодная рыба. По опыту, по деньгам, да по всему вообще. Это выгодная рыба, и походу будем мы с ней очень долго на ней сидеть. Пока круче я не нашел.
Либо наживка мне не позволяет, либо я дурак, не умею чего-то там ловить. Но пока ленёк самый крутой. Пелять опять. Что за фигня? Давайте попробуем 6 метров. Ой. Дальность 6 метров. И глянем, что здесь. Может быть, здесь берж будет чаще брать. Или какой-то новый вид рыбы сейчас выловим, который будет неплохо давать по опыту. Кто смотрел мои видосы по 3.0, мы там тугуна с вами ловили, по-моему, так рыба называется. Она очень мелкая. Трофейный речной, так, окунь. Круто, круто. Я, конечно, рад, что мы трофейного поймали опять, по-моему. Но только нам это ничего не дает. Вот если бы мы трофейного бершав поймали, я был бы больше рад, если честно. Трофейный окунь нам как-то... Что холодно, что жарко. Ни туда, ни сюда. Ну ничего. Тут денег чуть подсыпало. Деньги это тоже хорошо. Удушь надо на какой-то хрен чинить. О, золотишко подъехало. Тоже неплохо. Смотрю сейчас на пейзаж. Интересно, откуда эта фотка была стырита с интернета? Наверное, откуда-то эту фотку стырили. Помните, мы... Когда-то я у вас спрашивал в комментариях, в рыбалке 3.0 или 3.7, я его не помню уже, там была локация такая, и там... Так, не, надо убирать отсюда. Там была локация, и мы с вами кидали на этот... Ой, кидали мостик, короче, был. И там такой, типа, как хрен пойми, как от фотоаппарата, что ли, такой проектор, или, ну, с левой стороны. Я у вас еще спрашивал, говорю, кто знает, что это такое вообще? Кто вообще, ну, кто что предполагает? Потому что я не помню, что я там говорил, типа, второй фотограф и все такое. И кто-то мне там говорил идею, что это там была лодка какая-то, по-моему. Ну, что-то, ну, что-то такое. Вот я сейчас почему-то вспомнил. Вот третья награда дня. Вот смотрите, 200 золота. Давайте, наверное, мы сразу отсюда выйдем. И в этой же серии мы с вами купим сразу эхолот. Вот чтоб он был у нас, давайте его купим. Вот 200 монет. Так, эхолот показывает количество видов рыбы и возможный вес вместе заброса. Давайте купим. Давайте купим. Так. На рыбалку. Ну и давайте здесь. 5 рыб. Так, от 0,9, от 0,12, от 1. Нет, 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 нет. Тут у нас не фонтан, не фонтан. Чем дальше, короче, тем больше по весу мы идем. До 51 килограмма можно впоймать. Но мы не впоймаем. Потому что мы лошары с вами. Так, вот. От 0,7. Блин, 63. Мы не можем настолько ловить, потому что мы лохи. Мы можем только на 7,3 таскать. Понятно, эхолот, в принципе, не сильно помогает. Ну, блин, такое себе. Я думал, будет что-то поинтереснее, но он не сильно помогает, если честно. На какое КГ, сколько можно впоймать. То есть что-то как-то не фонтан. Не фонтан. Я не думаю, что вот он показывает 7 рыб. Если мы выловим здесь 7 рыб, то у нас потом не будет клевать. Сколько вот в этом месте мы ловим, и сколько я вот ловил, все было нормально. Вот. До 51 килограмма тут можно выловить рыбу. На этом месте. Странно. Но это, походу, наверное, все зависит от снасти. Все зависит от удочки. Какая удочка. Какой крючок. Какой этот поплавок. Все это зависит, наверное. Все это влияет. И, естественно, какая наживка. Без хорошей наживки крупную рыбу, естественно, мы ловить не сможем. Но, я так понимаю, такой вот раскачивающийся вес, то есть, вес, разряд, это, наверное, так разряда до, наверное, 25,
пятого, наверное, такая будет вот, ну, такая раскачка, так, ну, не фонтан, не фонтан до 25-го, это будет, наверное, чисто линь у нас идти. А потом уже, наверное, будет очень интересно, появятся новые виды рыб, уже будут по приколу ловить, и уже будем с вами, естественно, бомбить. А пока что довольствуемся тем, что есть. Так, 7,5. 7,6 нельзя, а вот 7,5 можно. Кидаем на максимум, который нам позволяет игра, либо мы играем по правилам игры. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Помните эту старую песню? Вот тут примерно так же. Но уже хочется крупную рыбу, чтобы ползунок бегал. Прям вот вообще бегал, бегал, бегал. Тоже как в песне «Виги-виги». Вигу-виги, или как-то так там поется. Вигу-вигу. Не знаю, как это переводится, надеюсь, не маты. Не хочу материться в своих видосах. Но в лиге, кстати, матерился несколько раз, потому что уже там вообще накаляла обстановка. А так вообще я редко матерюсь. Так и когда вот у меня что-то выбесит или там еще что-то, ну вот прям редко-редко матерюсь я. Но кто меня смотрит, мой канал, тот, наверное, знает, что прям маты у меня действительно редко проскальзывают. Трофейного бершав поймали. Твою ж дивизию, эта собака начинает меня расстраивать. Гавкает под окном прям. Вот. Вот 1000 баксов есть. Но долго, реально долго. А до 13 разряда неплохо, так опыта надо... Ой, до 14 неплохо опыта надо набрать. Видели? Моментально просто клюнуло. Моментально. Тут даже не то, что подсечь. Я не знаю, что тут просто не успеешь ни хрена сделать. Просто моментальная поклевка. Дынь. И все. Офигеть. О, вот сейчас я сразу подсек. От греха. Чтоб сразу. Так, наверное, все. Эхолот мы купили. Теперь мы чисто будем на бусты копить. Сейчас мы... О да, вот это рыба, просто фонтан, фантастическая рыба. Бусты это тоже вещь классная, по опыту, по деньгам, все вообще просто шикарно. Надо все-таки, я буду, наверное, брать бусты на опыт и буду бомбить, бомбить, бомбить опыт очень хорошо. Наверное, возьму, если мне позволит золото, наверное, штучки 2-3 буста и буду, наверное... бомбить линя, потому что сейчас я не вижу более респектабельной рыбы. Наверное, вообще сейчас тоже стоит, наверное, пойти на него. Хотя мы с вами ловим берши. Пофиг, наверное. Давайте на вот эту наживку попробуем половить здесь. Тут тоже мы только на 7,5 сможем закинуть. Да. Все-таки это наживка такая. Это все наживка. На эту наживку мы сможем только туда. Ну, давайте, окей, на 7,3. Нет, серьезно, даже на 7,3 здесь не катит. 6,5 тогда. Посмотрим, что здесь можно выловить с ней. Может быть, есть какой-то новый вид рыбы, поймаем. Конечно, не факт, далеко не факт, но я верю в лучшее. Надеемся на лучшее. Что какой-то новый вид рыбы, что что-то мы вытащим.